Норковые шубы – вот что никогда не выйдет из моды, а значит дизайнеры и дальше предложат нам стильные варианты. Например, классические модели, удлиненные и теплые, идеально для нашей зимы. Или укороченные варианты, стильные, не мешают ногам, а рукав при желании можно отстегнуть. В них будет удобно и водить автомобиль, и прогуляться на улице. Но особняком здесь стоят белые норковые шубки. Они действительно смотрятся эффектно, подчеркивают индивидуальность и роскошь. А вот тренд этого сезона – шубки из мутона кёрли. Это порода овец с завивающимся мехом. Изделия очень легкие и теплые, а выглядят скорее как пальто, и такие же элегантные и изысканные. А дизайнеры уже вовсю экспериментируют. Вот очень необычная шуба-пуховик. Отлично подойдет девушкам, которые хотят выглядеть ярко и подчеркнуть свою индивидуальность. В МВДЦ «Сибирь» открылась выставка шуб «Зимняя сказка». Здесь главные новинки сезона – лиса, енот, норка, кёрли и другое. Есть и огромный выбор головных уборов, дубленок и курток из эко-кожи. Торопитесь, сейчас действует акция – скидки до 50%, почти летние цены. Шуба – это покупка не на один сезон, поэтому она должна быть теплой, красивой и качественной, такой как у нас на выставке «Зимняя сказка». Все представленные изделия исключительно из российского меха. Каждая шуба проходит строгий контроль качества и сопровождается гарантией 2 года. Цельная норка от 39 тысяч рублей, мутон от 5 тысяч. Есть возможность кредитования и рассрочки. Выставка работает до 28 ноября.